Волшебником. И сподвигает нас на это дело чудесный праздник Новый год, который уже не за горами. К тому же желание помогать сегодня в моде, а волонтеры в чести. Сегодняшнему поколению не нужно объяснять, что помощь нуждающемуся – это хорошо. Волонтерские центры и благотворительные акции в нашем районе в последнее время очень популярны. В Апатитах веру в новогоднее чудо поддерживает волонтерское движение «Волли». Уже третий Новый год в МСЦ молодежь проводит акцию «Стань волшебником». Дети из неблагополучных и малообеспеченных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также те, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации, получат праздник абсолютно бесплатно. Жители Апатитско-Кировского района могут поучаствовать в этой акции, прийти в молодежный социальный центр и принести вкусняшки, одежду, игрушки, либо материальную помощь, на которую будет все закуплено. Все чеки всегда предоставляются, то есть мы показываем, что вся ваша помощь действительно уходит в семьи, которые в этом нуждаются. Если вы хотите стать волшебником и помочь тем, кто нуждается, сделать Новый год более ярким, звоните Даше, она ваш верный помощник в этом деле. Акция «Стань волшебником» проходит в Апатитах и актуальна весь декабрь. А теперь к открытиям. 10 декабря состоялась успешная премьера молодого театра «Диалог». Есть люди определенного склада характера, которым сама судьба сулит подмостки. Сегодня мы познакомимся с актерами «Диалога» и узнаем, актер в жизни и актер в театре – это одно и то же или нет? И вообще, может быть, театр – это что-то из области психологии? Но пока встречаем гостей. Давайте познакомимся. Все по очереди, каждое свое имя. Меня зовут Алена. Елена. Здравствуйте, я Владимир. Екатерина. Премьера была 4 декабря, вы еще не остыли. Расскажите, пожалуйста, что за постановка, с которой, я так понимаю, начался ваш театральный сезон в 2016 году? Вот в осенью, как принято, да? Ну нет, наш театральный сезон начался с небольшой постановки «Ритмы любимого города», которой мы открывали экспозицию, переэкспозицию музея нашего апатитского. Давай про «Разговоры с подушками о любви», режиссер Елена Решеткина. А что вам рассказать? Каково? Я же могу как очень все прошло? Много, как все прошло? Давай сначала эмоции. Прошло отлично, прошло замечательно. Я очень довольна. Я как создатель, как режиссер, я довольна безумно. Это камерная постановка для маленькой сцены, да? Это камерная постановка, и это вообще цикл. Цикл читок, поэтов различных, современных, «Серебряный век», все что угодно. Вот это уже 4-е «Разговоры с подушками» у нас, как бы такая вот традиция сложилась. Каждый год их делать. Ремейки? Нет. Сначала были разговоры с подушками просто по стихам современных поэтов, потом по стихам современных поэтов, но объединенные общей темой «Жизнь человека от рождения до заката», а потом я предложила актерам выбрать самим, чего бы им хотелось. Выяснилось, что хотелось «Серебряного века» и хотелось любви. Давайте посмотрим видео. Смеяться и злословить всегда проще, чем поддержать ближнего. Мы здесь все такие. Смеемся, пьем, веселимся, читаем стихи, прожигаем жизнь. Кабаки не так страшны, наедине с собой страшно. Одиноко, горько, пусто, как будто бы все бесполезно. Вот оттого мы ищем утешение у первого встречного, готовы быть с кем угодно. С посторонним, чужим человеком, с кем попало. Кто посторонний, сударыня, применительно к этому помещению? Я, например, владелец. А вот кто? Вы? Вы! С завтрашнего дня только владелец. Это мое кафе. Эти достойные люди – мои гости. Давал слово – сдержу. Мое слово слишком дорого стоит, чтобы я его нарушал. Я
Простите великодушно. Но это моя гостья. Моя дорогая, прошу прощения за непредвиденные трудности. Кто кого играл в этой постановке, расскажите. Владимир, по очереди, вот, вы кем были там, расскажите. Чьи стихи вам пришлись по душе? Так, ну, какие чьи стихи мне пришлись по душе? Я читал Маяковского и Марингофа. Очень-очень понравился Маяковский. Мне со школы он был очень интересен. Вот его построение стихотворения, вот этой лестницей, ритм. Вот. И так выпало, совпало, что, видимо, из-за того, что голос низкий, читал Маяковского. И небольшой стишок Марингофа был. Кать, расскажи, кем была ты, что выбрала ты? Ой, роль у меня была женщины начала 20 века, феминистки, суфражистки, как борцовщицы за права женщин. Вот, поэтому роль такая достаточно... Женщина достаточно резкая по роли. Ну и стихи мы выбрали соответствующие. Это сатира такая достаточно злободневная и где-то жестковатая Саши Черного. А потом, когда героиня моя должна раскаяться, как и все, прийти к какой-то истине в конце спектакля для себя, там уже прозвучал стих Цветаевой «Я тебя отвоюю», когда она понимает, что да, идеалы идеалами, но любовь должна быть. Маленький зал, зритель на расстоянии вытянутой руки. Вам не нужна вот эта дистанция, которая нужна большому театру? Большому в кавычках, не с маленькой буквы. Не знаю, мне не нужна, мне хорошо, мне комфортно. Екатерина. Вам нужна? Вам. Дистанция от зрителя нужна? Дистанция не нужна, и она наоборот, она немножко нам усложняет задачу, конечно, потому что невозможно соврать, как говорит наш режиссер, и это действительно так, потому что малейшее изменение эмоций на лице, где можно прикрыться сценой и расстоянием от зрителя, здесь не получается, потому что зритель смотрит в глаза, и он говорит: «Чувак, ты врешь». И строже всякого критика. Конечно. Хорошо. Мне, например, в детстве очень легко давались роли, но мне кажется, чем старше мы становимся, тем закрепощеннее. Вот каково это там на сцене быть, даже на такой маленькой камерной сцене? Какие это ощущения? Поделитесь, я давно этого не испытывала. Мне тоже очень хочется узнать, потому что мы все репетируем, а времени спросить у актеров, а каково там? Не всегда бывает. Спокойно, расскажите. Спокойно. Вот прям бывают моменты, заходишь, выходишь, точнее, на сцену, и вот чувствуешь себя как в своей стихии. Вот. Мне очень хорошо. Это говорит бывший КВНщик. Ну, да, есть такое. Или не бывший, бывших не бывает. Ну, КВНа сейчас нету полностью. Шуток, так что, видимо, тоже. Чувство юмора тоже пропало. Не знаю. Более серьезным стал, да. Все-таки это же театр. Вот так. Окей. Катя. Какие ощущения? Как тебе на сцене? Мне не всегда просто, потому что есть роли, которые, ну, я бы не сказала, наверное, пока идут на сопротивление, но над которыми надо очень серьезно думать, потому что мой внутренний характер не всегда подходит, чтобы я могла сказать, там, все, я прям сразу вошла и сама себя играю здесь. Вот как стать другим человеком? Вот, я не понимаю. А сейчас. Здесь не надо становиться другим человеком. Это тоже, наверное, будет цитата из Станиславского. Цитируйте. И от Елены Александровны, что не надо стараться кого-то изображать, а нужно стараться жить в предлагаемых обстоятельствах. И маленькая сцена помогает именно жить. Мы живем. Лена, у меня вопрос к тебе как к режиссеру. Очень громко звучит. Режиссер театра студии «Диалог» Елена Решеткина. Как давайте поаплодируем вашу режиссеру. Лена, ты начинала как актриса в театре «Альтер-эго» у Олега Куртанидзе. Много еще, наверное, опыта большого разного. Почему ты оказалась по ту сторону? Почему ты стала режиссером? Выбрала поводья? Наверное, я просто не очень хорошая актриса. Ну, наверное, это заготовленный ответ. Нет, я буквально недавно рассказывала своим актерам о том, что когда я начинала играть, я совершала очень много ошибок театральных, сценических, как актер. И стараюсь следить, чтобы они не делали этих ошибок.
Слава богу, что у меня есть этот опыт негативный, и я стараюсь, чтобы у них этого опыта не было. И поэтому Станиславский, 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 магическое «если бы». И очень бы хотелось, чтобы они действительно не изображали никого, а пытались жить в предлагаемых обстоятельствах. То есть, что было бы, если бы вы оказались в начале 20 века в кафе, которое продано? Что было бы, если бы там оказался молодой человек, который шел от знакомой девушки, немного выпил, расслабился и захотел продолжения вечера? Что было бы, если бы там оказалась эмансипированная такая вот классная женщина, которой мужчины вообще не нужны и которые отрицают любовь? Ну вот, собственно, наш спектакль показал, что бы там могло происходить. Мы так пофантазировали на эту тему. У нас в твоей среде свои вопросы. Что нужно сделать, чтобы стать режиссером? Какие-то курсы? Что надо иметь у себя и куда надо идти, чтобы стать режиссером? У меня профильное образование. Я училась в Петрозаводском колледже культуры и искусств по специальности именно театра, руководитель любительского театрального коллектива. Но уже после того, как получила опыт актерский? Да, 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 да. Уже после того, как решила, что, пожалуй, мне хотелось бы быть немножко с другой стороны. А вот что по поводу того, что если нечего сказать, то лучше в эту профессию не идти? Об этом мастер курса, у которой я училась, очень много говорила, Лидия Ивановна Толстова. Она режиссер с 30-летним стажем. У нее любительский свой театр, и она всегда говорила, что любительский театр ей нравится гораздо больше, чем профессиональный, потому что они искренние. Они искренние, они настоящие, и они туда приходят не деньги зарабатывать, не потому что вот так жизнь сложилась, а по выбору души, по повелению сердца. И вот, прям классно на них смотреть. Так вот, она говорила... Спят голубчики. Она говорила о том, что у каждого человека, у каждого режиссера должна быть своя активная жизненная позиция. И... если вам нечего сказать, если вам нечего заявить от себя, как-то, не знаю, сделать мир лучше и чище, то, наверное, не стоит идти в эту профессию. Чище? Чище, лучше, добрее. Вот спектакль был о любви. И мы доказали, я думаю, мы доказали своими 15 историями, что любовь все-таки достойна того, чтобы обратить на нее внимание. Не стоит от нее отрекаться, а наоборот, стоит за нее бороться любыми путями, любыми способами. Ну вот, как театр, диалог, да, первый. Но первая роль у меня была самого Цезаря играл. Салат? Да. Мне сказали, похож. Поверили. Очень, очень вкусно сыграл. В летнем лагере в 11 лет. А потом был КВН. КВН закончился, к сцене прикипел. Хотелось еще сцену. И увидел случайное объявление и пошел. Подумал, почему бы нет. Ну и теперь друзьям, знаете, как интересно говорить. Они спрашивают, есть у тебя хобби? Я говорю, да. Хожу в театральную студию. Служу вот на театре. Да, да. Кать, а ты расскажи, пожалуйста, для тебя театр – это первая сцена для тебя, диалог? Первая, я так думаю, что единственная. Да? То есть вот до этого не было, до этого ты не играла на сцене? До этого были какие-то постановки в школе, но это такие там школьные какие-то утренники, мероприятия, ничего. Школа такого не считается, вот у меня обнулено все. Да, поэтому театр, диалог, да, это моя первая. Первая серьезная сцена, да. Что дает вам сцена, ребят? Ого, да, честно вам признаюсь, много чего. Я прям отдыхаю на сцене. А что дает? Наверное, уверенности больше. Помогает жизни, то есть, да, раскрепощает? Конечно, конечно, в жизни раскрепощает. Ох, как хорошо, как сильно. Захожу в магазин. И такой раскрепощенный. Пельмени мне, пельмени. В голове репетировал список, а сейчас могу импровизировать. На ходу, макрошки, хлеб. Отличная импровизация просто. Просто полный Цезарь получился у тебя. Кать, что ты меня спрашивала? Что дает тебе сцена? Цезарь. Что дает тебе сцена? Еще раз повторим вопрос. Ой, сцена мне... Я вообще в театр пришла не по велению души, а по наставлению отца, когда он мне сказал, что ты вообще-то не умеешь разговаривать. И тебе нужен театр для того, чтобы научиться говорить связно, а не мучать себе под нос. И тогда я пошла в театр научиться разговаривать. И театр, вы знаете, мне это дал. То есть ты хочешь сказать, что ты так раньше не разговаривала и вела себя иначе? Да. Класс. Это своего рода... Ну, есть какие-то
психологические курсы, еще что-то, а театр, ну, это такая, периодически мы говорим это так, это в шутку, группа психологической разгрузки, вот, когда каждый вообще-то приходит со своим, а он действительно помогает, потому что ты примеряешь на себя разные маски, разные обстоятельства, и ты умеешь себя вести, если эти обстоятельства возникнут в твоей жизни. Ты будешь уже не растерян, а у тебя уже будет какой-то опыт поведения. Ты обладаешь еще и телепатией, потому что изначально мой сценарий вот подходил как раз к вопросу о том, театр – это что-то из области психологии или нет. Потому что вот мой один из последних вопросов звучит так. Актер – это человек с подвижной психикой, считается. И все ли актеры драматизируют события своей жизни в жизни? Или же абсолютно флегматичный человек может быть актером? Вот. Вот как вот это вот? Вот вы какие? Вы с подвижной психикой все? Как я. Самое интересное, мне кажется, в нашем театре есть все типы темперамента, все смеси типов темперамента. И театр, мне кажется, даже не из области психологии, а из области психиатрии. Психиатрии, да. Буквально недавно мы эту тему... Снялась так сформулировать. Мы просто поднимали эту тему буквально вот недавно и выяснили, что да, терапевтический эффект прямо на лицо присутствует. Столько проблем, оказывается, решено было в театре. Классно. Да. Что нужно сделать, чтобы к вам попасть? Ничего. Просто прийти и ходить на занятия часто, и много, и долго. Никакого отбора? Нет, там, нет, нет. Нет, нас красивый, не... некрасивый, нет, высокий, у нас невысокий. Только 16+ возраст ограничения. Кого вы ждете конкретно? Может быть, есть какие-то типажи, я не знаю. Кого вы ждете? В любом любительском театре мало мужчин. Молодых людей у нас сейчас очень много, и это очень здорово и классно. Хотелось бы взрослых. И мужчин, и женщин. Ну, не знаю, мы всех ждем. Лишь бы 16+, руки-ноги. Как вас найти? Можно прям в камеру пригласить к себе людей, которые, вот, может быть, захотят пойти на... Владимир, пригласите к нам людей. Кстати, приходите к нам. А, встать в центр? Нет. Цезарем хотел сказать. Да, говори сюда, говори. Ага. Приходите к нам в театральную студию «Диалог». Какой? Кабинет 88, второй этаж. Зайдете на входе, спросите. Мам покажет. Где? А где? А что, будет так просто? Ну, а дальше уж проявите инициативу. Я так понимаю, это все-таки Дворец культуры имени Егорова. Да, Баба Титах. Хорошо. Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. На этом вопросы закончились. Да. Итак, дорогой зритель, ищи и находи себя. Ведь, возможно, именно театр – это твоя среда.